Сегодня Бобруйск отмечает День города. 632-й день рождения совпал с 15-м юбилейным международным фестивалем народного творчества «Венок дружбы». Культурная программа торжеств масштабная, насыщенная и интересная. Сегодня весь день наш телеканал будет держать вас в курсе событий, и мы покажем самые яркие моменты. В студии Юлия Евтушенко. Доброго дня. А сейчас коротко о темах этого выпуска. 75 лет под мирным небом. Бобруйск празднует самый знаковый день в году. Юбилейная встреча. В Бобруйске прошло торжественное открытие 15-го международного фестиваля народного творчества «Венок дружбы». Венок в подарок. Участники международного фестиваля презентовали национальные сувениры. Сегодня Бобруйск празднует самый знаковый день в году – 75-ю годовщину освобождения от немецких захватчиков. Сотни горожан не остались в стороне от торжества, подарившего надежду на счастливую, а главное – на мирную жизнь. Почтить память защитников Отечества неравнодушные собрались с самого утра у мемориала воинам-освободителям и на площади Победы. Как это было, узнаем прямо сейчас. Празднование 75-й годовщины освобождения в Бобруйске началось на улице Минской в 9 утра у мемориала воинам-освободителям. Здесь трудовые коллективы, депутаты, молодежь и просто неравнодушные почтили память павших и возложили цветы. Уже в 10 часов площадь Победы наполнилась несколькими сотнями горожан. Среди них те, кому не безразлична судьба любимого города и белорусского народа в целом. Ведь в этой войне мы потеряли каждого третьего. У меня бабушка воевала, была во Львове. Дедушка тоже, прадедушка. И мы очень любим наш город, любим людей, желаем им счастья, здоровья. Долголетия, не болеть. День города – это общий праздник для всех бобруйчан. Я считаю, что очень важно помнить нашу историю, нашу культуру и участвовать на мероприятиях для каждого нашего гражданина. Очень довольна, благодарна нашим дедам, прадедам, что они освободили Бобруйск, что мы сейчас живем спокойно, радостно, очень хорошо. Все, спасибо им всем. Будем чтить их память. Поздравить Бобруйск в столь доброе утро собралось не только руководство города и военные. Специально в 75-ю годовщину из российского Владимира приехал и освободитель Бобруйска Николай Щелконогов. Я счастлив сегодня, что дожил этого дня. Вот. А счастлив еще, что дожил до этого дня. Во-первых, что спортом все время занимался, для молодежи. Вот. Потом я не курил. Спиртных не злоупотреблял. Вот. Ну и потом вот я до сих пор занимаюсь активно общественной деятельностью. Вот я только прихожу домой ночевать. Вот желаю, чтобы люди таким образом трудились и занимались и делом. Тогда они проживут долго. Счастья всем белорусам. Вот мы рады, что они нас приглашают. Слова благодарности звучали и в адрес живых свидетелей войны. Каждого из них наградили юбилейными медалями в честь освобождения Беларуси. Мария Бересневич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Венок в подарок фестивалю. В день открытия 15-го международного форума народного творчества коллективы-участники презентовали сувениры в национальном стиле. Эта традиция сохранилась с 2012 года. Гости уезжают, а частичка их страны остается в Бобруйске. На традиционной выставке декоративно-прикладного творчества представлено 11 венков, созданных умельцами из разных регионов. Каждая работа – это не просто красивое изделие, выполненное в неповторимой технике. Это символ, история и культура каждой страны. Каждая работа по-своему замечательная. Конечно, замечательные работы из Владимира, из Фоминска. Особенно вот то, что мы видели, бисероплетение. Замечательная такая творческая работа. Ну, самое главное в этих венках – то, что в них заложено пожелание добра и счастья. То есть действительно люди приезжают к нам в Бобруйск и несут вот это вот позитивное, положительное, такое щедрое пожелание нашему городу. Лучшие венки уже определены. Но кто именно стал фаворитом, будет известно на закрытии фестиваля. Отмечу лишь, что главной наградой станет гран-при. Кроме этого, назовут трех призеров. Все экспонаты делегации стран подарят городу. На сегодня в фондах Бобруйского краеведческого музея уже хранится более 140 самобытных венков. Все это наследие фестивалей прошлых лет. Людмила Любимцева, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.
Гости из ближнего и дальнего зарубежья, танцы всех континентов и песни на более чем 10 языках мира. Церемония открытия «Венок дружбы» состоялась вчера вечером в Ледовой арене. В этом году форуму исполнилось 15 лет, и планировалось, что столько же стран примет участие в концертных программах. Но по объективным причинам добраться до Синеокой удалось не всем. С теми, кто все же вплел в «Венок 2019» свои таланты и сделал открытие ярким, пообщалась Ангелина Дикун. Лазерное шоу, тысячи зрителей и гимн «Венка дружбы». Юбилейный творческий форум объединил в себе лучшие традиции 15 лет его проведения. Презентация участников фестиваля началась еще у сцены. Там представители всех континентов водили хороводы. На центральной площадке приветствовал гостей Александр Студнев. Уверен, что праздник искусств станет незабываемым событием в жизни его участников и гостей. Откроет путь на профессиональную сцену многим ярким молодым талантам. Искренне желаю фестивалю плодотворной работы, его участникам творческой самоотдачи. Грузия и Литва, Куба и Корея, Россия и Молдова. В списке участников больше десятка стран. На сцене творческие номера уже полюбившихся коллективов и неожиданные выступления новых друзей форума. Рамиль Баро на «Венке» впервые, но заявляет о себе громко и на сцене, и за кулисами. Будет все пополам, жизнь пополам, любовь пополам. Хочешь, я для тебя сердце свое отдам. Сара Гиалин, национальный коллектив из Азербайджана, в этом году сорвал аплодисменты зрителей. Зажигательный кавказский танец репетировали задолго до фестиваля. Девушки признались, хотелось показать не только технику, но и особую манеру танца страны огней для лучшего творческого фестиваля Синеокой. Этот фестиваль такого огромного формата, такого прекрасного формата. Мы очень все довольны и очень рады, что мы сегодня и на открытии, и являемся участниками. Несколько часов подряд артисты радовали бобруйчан и гостей своими яркими номерами, дарили эмоции и авансом поздравляли с днем рождения город и его жителей. Процветание, и чтобы почаще вот мы собирали вот в этом городе столько национальностей и делали такие праздники. Это очень приятно и очень интересно. Последний раз я был здесь в 2000 году. Здесь все очень изменилось, и желаю не останавливаться на пути развития и дальше расти. Городу я бы хотела пожелать, чтобы жители себя тут чувствовали хорошо, и тогда город будет процветать. Улыбайтесь, любите друг друга и будьте счастливы. Это самое главное. Ангелина Дикун, Дмитрий Шевцов, Максим Галионко, Бобруйск 360. Буквально полчаса назад торжественно открыли аллею регионов-партнеров. Теперь на площади Ленина на стеклянных пилонах размещена краткая информация о достопримечательностях Севлиева, Пуховка, Булетия, Марагора, Ишим, Шаосим и других городов. А прямо в эти минуты председатель Бобруйского исполкома Александр Студнев проводит прием делегаций городов-побратимов и подписывает договоры и соглашения о партнерских отношениях. Об этом и многом другом мы расскажем вам в следующих выпусках. Смотрите наши эфиры в 16 и 19 часов. С вами была Юлия Евтушенко. Увидимся снова. Город Пухов склоняется или нет?